Добрый день, уважаемые любители рыбалки. Ну что, мы опять на рыбалке. Был почин. У меня карась. Товарищ уже два короба. Ну, будем смотреть, что будет дальше. Да не зайдет, не успеет. Поднимаю. А что поднимает? Не могу его поднять. Давай. Хорош. Ну да. Ну я потому что сам тянул. Влево ушел. Я тянул, смотрел, сам ушел. Вытаскивай его. Да я хотел же шнур разобраться. Оцепи, наверное, снасть. Ты видишь, он оборвался под саки. Ну это всегда так, видишь? Единственная нитка наверху. В нее надо крючком попасть. Ну, это карась. Карп так не клюет. Тоже захотел горошка. Так, ну что, давай? Давай, попробуем. Ну да. Ну, я кидать не будем, наверное, да? Ну, по парочке кинем и все. Парочку? Нет. По одной, ну, нафиг. По одной, по парочке не надо. Так, для запаха привлечь запах. Да, хорошо. Оно. Чего, нормально? Вечерний карась? А ты что? Не, ну что-то, по-моему, идет. Не, вон, белое. Карасик. Ну, я же люблю карасики. Доброе утро. Ну что, ночь прошла. За ночь. Только три карася, одного подлещика поймал, больше ничего не было. Наступило утро, закормились. Посмотрим, что будет дальше. Саша! Сань! Давай! На эту удочку пошла. Да нет, он лево куда-то ушел. Синяя,
Я его не вижу ни хрена. За эту удочку зашел, видишь? Саша, там эту же. Ну так ты свишь, как она будет. Все. Бросай, сейчас буду распутывать. Дальний заброс. Да? Посидите пока здесь. Твою дивизию. Убийца карася. Работала всю ночь и сейчас работает. Червячок, кашка, опарыш, и карасик поймался, и устера. Сегодня рулила вот эта снасть. Ну, она работает не только сегодня, она постоянно работает. Вот два крючка. И здесь горох с каши. Вот такой вот. Снасть очень уловистая. Бомба. Так, ну что, будем заканчивать рыбалку. Посмотрим, что мы там поймали. Вот он улов. 2, 4, 6, 8, 9 карасей.
один подлещик и два карпика. Все, будьте здоровы и хвостаньте швы.